регулировка углов установки колес. Рекомендуется проводить регулировку углов установки колес один раз в 15 тысяч километров. Регулирует три параметра. Первый – угол схождения. Второй – угол развала колес. Третий – угол продольного наклона оси поворота. Регулировка проводится на современном 3D-стенде, что позволяет получить более точные результаты. Перед началом регулировки мастер внимательно осматривает автомобиль, производит диагностику ходовой части, проверяет давление в колесах. Далее мастер устанавливает на колеса специальные захваты с мишенями и заносит данные об автомобиле в программу. Затем мастер с помощью специального инструмента выравнивает руль и производит все необходимые регулировки. Для всех параметров будет указан допустимый диапазон значений до регулировки и после регулировки. Если какие-то значения выходят за пределы нормы, то их регулируют с помощью специальных регулировочных узлов, которые предусмотрены конструкцией подвески. Самый важный угол установки колес – это угол схождения. Правильно сделанное схождение положительно сказывается на устойчивости и управляемости автомобиля. Основные функции продольного наклона шкворня – это улучшение стабильности управления и обеспечение тенденции к выравниванию управляемых колес при выходе из поворота. При прохождении стенда вы получаете распечатку, в которой расписаны значения всех углов. Результат. Первое. Улучшенная устойчивость и управляемость автомобиля. Второе. Снижение износа шин. Третье – экономия топлива.